В глаза ударил яркий дневной свет. Сначала я не обратил на это внимания, так как еще не до конца проснулся. Ноги сами понесли меня к двери. Черт, похоже, проспал остановку. Но двери не было. Я оглядел автобус и понял, что это не привычный мне потрёпанный видавший виды Лиас, а самый настоящий Икарус. Меня сковал ужас. Как? Что? Я умер? Меня похитили? Нет, точно умер. Я лихорадочно ощупал свое тело, несколько раз больно ударил ладонями по щекам, сильно приложился лбом о спинку кресла. Ясно. Либо я все еще жив, либо на том свете тоже чувствуешь боль. Но как такое могло произойти? Может быть, я спал слишком долго и меня увезли в депо? И потом что, пересадили на другой автобус? Я выскочил на улицу и огляделся. Везде, куда ни глянь, бушевала зелень. Высокая трава на обочине дороги, деревья, цветы. Лето. Но как же так? Только что была зима. Нестерпимо болела голова. Как будто готовая взорваться. Постепенно я начал вспоминать. Длинная дорога, уносящаяся вдаль. Леса, степи, поля, озера, вновь леса. Кажется, я спал. Но почему тогда все помню сейчас? А потом... провал. Какая-то девушка склонилась надо мной. Она нежно нашептывает что-то мне на ухо. Потом опять провал. И я очнулся здесь. Кто же эта странная девушка? Или она мне просто приснилась? Почему-то от воспоминаний о ней мне становилось хорошо и спокойно, а изнутри поднималось приятное тепло, расходящееся по всему телу. Может быть, это она привезла меня сюда? Тогда надо ее найти. И лучше всего искать подальше отсюда. Я дернулся влево, потом вправо, потом остановился в нерешительности и, наконец, побежал в направлении, откуда предположительно приехал автобус. Физические упражнения освежают мозг, мысли проясняются, становится легче оценивать окружающую действительность. Впрочем, это все совершенно не обо мне. Я сидел на обочине дороги, хрипя и пытаясь жадными глотками раскаленного воздуха хоть немного успокоить обожженное горло. В любом случае, пробежка пошла мне на пользу. Страх на некоторое время отступил. Может, я и правда сплю? Но, вспомнив самоистязание в автобусе, я тут же отбросил эту идею. Я не сплю и не умер. Вдаль уносилась узкая дорога через поле. Та самая, из моего сна. Наверное, я очень далеко от дома. И дело даже не в том, что вчера была зима, а сейчас самое что ни на есть лето. Дело в окружающей природе. Конечно, летом обычно так и есть, зелено и жарко. Но тут все какое-то не такое, как в реальной жизни. Словно сошедшая с картин русских пейзажистов 19 века. Трава слишком уж сочная. Кусты не такие, какими должны быть кусты. Пышные, сквозь них ничего не разглядеть, как кроны деревьев, ей-богу. А уж сами деревья. До леса было довольно далеко, но казалось, что они сомкнули свои стройные ряды и только и ждут приказа, чтобы начать наступление на поля и степи. Я отдышался и посмотрел на автобус, почти скрывшийся из виду. Неплохо пробежался. Страх накатил с новой силой. И эти лэп. Значит, тут есть люди. Хотя, что это значит? Ведь ровным счетом ничего. Почему в аду не может быть линии электропередач? Жарить грешников на угли – прошлый век. Похоже, я дошел до той точки невозвращения, когда надо либо уже сходить с ума, либо все-таки пытаться понять, что происходит. И пока еще есть возможность, стоит выбрать второй вариант. Я медленно направился назад к автобусу. Конечно, страшно. Но вряд ли я найду разгадку в полях и лесах. А это чертово ведро с гайками – единственное, что хоть как-то связывает меня с реальным миром. Надо осмотреть местность повнимательнее. Кирпичная ограда с воротами, над которыми красовалась надпись «Совёнок». По бокам статуи пионеров, а рядом на вывеске номер маршрута – 410. «Сегодня рейс что-то затянулся», – усмехнулся я. Человек, попав в экстремальную ситуацию, иногда начинает вести себя неадекватно. Возможно, сейчас со мной происходит что-то подобное. Место казалось совсем не заброшенным. Ворота не заржавели, кладка не осыпалась. Совёнок. Что может так называться? Судя по статуям пионеров, наверное, детский лагерь. Причем лагерь действующий.
Естественно, самое простое объяснение, как всегда, ничегошеньки не объясняет. Незнакомка. Изменившийся автобус, лето, пионерлагерь. В голове за долю секунды проносились тысячи теорий. От похищения инопланетянами до летаргического сна. От галлюцинаций до сдвига пространства и времени. Ни одна из них не была хуже другой, но остановиться на какой-то одной было попросту невозможно. Тут меня осенило. Попробую позвонить. Я достал мобильник и набрал первый попавшийся номер, однако вместо палочек приема на экране горел жирный крест. Ладно, возможно, в такой глуши связи нет. Но не попал же я сюда один. Автобусы сами по себе не ездят. Я обошел его со всех сторон и убедился, что это не галлюцинация. Комья грязи на днище, кое-где виднеющаяся ржавчина, выцветшая краска и потертая резина. Нет, это определенно самый обычный карус. Да, именно такие увозят тебя непонятно куда, если нечаянно заснешь. У меня вырвался нервный смешок. Именно вырвался, сам по себе, непроизвольно. Ведь не место и не время шутить. Но где же водитель? Я осторожно присел на бордюр рядом с автобусом и принялся ждать. Хватило меня ненадолго. Кажется, волнение достигло пика, и я потихоньку начал сходить с ума. Наверное, в подобной ситуации любой человек испытывал бы что-то подобное. Инопланетяне и параллельные реальности покинули мое воображение. Остались лишь пустота и мрак. Неужели все так и закончится? Моя жизнь закончится? Ведь я столько всего хотел сделать. Столько не успел. Меня охватила уверенность, что это конец. Но почему? Это несправедливо. Неужели я хуже других? Господи, за что? Слезы нестерпимо жгли глаза. Я свернулся калачиком и начал кататься по траве. За что? Почему? Почему я? Но мои крики слышали лишь безмолвные статуи пионеров, да сидящая на дереве птица, которая тотчас взмахнула крыльями и улетела, прокричав что-то на своем, на птичьем, словно посмеиваясь над идиотом, посмевшим нарушить ее послеобеденный сон. Я окончательно захлебнулся рыданиями и просто тихо лежал, изредка поскуливая. Через несколько минут удалось все-таки взять себя в руки. В голове немного прояснилось, а ужас и страх смерти, если не отпустили, то как будто сделали передышку. В конце концов, если бы меня хотели убить, зачем все это? На опыты тоже не похоже. Если это какое-то чудовищное совпадение, то, возможно, оно не таит в себе угрозы. Как бы там ни было, пока что, кажется, нет никакой опасности. Вскоре паника прошла. Конечно, бой в висках и дрожание рук никуда не исчезли, но теперь, по крайней мере, я мог рассуждать здраво. Сейчас от меня все равно ничего не зависит, поэтому сколько ни думай, не накручивай себя, от этого станет только хуже. Пока не появятся какие-нибудь факты, строить догадки не стоит.